Дорогие друзья, я хочу пригласить на эту сцену замечательного музыканта. Человека, который очень много сделал для начала проекта «Стихи и рок-баллады». Прекрасный гитарист, прекрасный музыкант, прекрасный поэт. И зовут его, как ни странно, Константин Бирт. Такое мероприятие, как называется «Стих и рок-баллад». Так,
Следующая песня у нас называется «Ладонь ручья». Thank you.
Спасибо, Аня, хочу еще раз поздравить Николая Кузьмина с этим замечательным днем рождения, также, соответственно, с этим замечательным, так сказать, проектом. Всем спасибо. Константин Бир. Аплодисменты Константину Биру.